Здорово, ребята! Здорово, Делюк, здорово, Вова, здорово, Рики. Как дела? Да, нормально, жить можно. Как вы? Как у вас дела? У меня тут Silent Hill вообще не запускался, я думал, все, сломали игру нахуй. Нормально, все, это хорошо. Зубы не болят? Не, не болит, ну и славненько. Но все равно он, иди ко врачу, если записался. Надо, чтобы он хотя бы залечил. Так. Мы остановились на... Вот здесь вот, да. В этом коридоре. Короче, я запускаю Silent Hill. У меня баннер игры висит. Минут 5 и не двигается вообще. Я даже систему перезапускал. Думал, все, блядь, наигрались. А нет. Запустился все-таки. Что за сегодня надо добить его, надеюсь, добьем. Надо только по Шурику все делать, не носиться, блядь, как полоумный по всем помещениям. Что я, собственно говоря, и делаю. Если раньше закончим, то можно и Берсерка посмотреть будет. Анжела, папочка. О, ХП. Сколько у нас банок-то в итоге? 4 и 8 шприцов. На, живем. Что по патронам у нас? 78 патронов в пистолете. О, 29 в дробовике и 11 в винтовке. Тоже неплохо. Так. А потом Берсерк? Не, я говорю, если сегодня рано закончим, часов хотя бы... Сколько вот у нас есть времени? Часов до 8 вечера, ну хотя бы до 9. До 9 вечера заканчиваем и смотрим Берсерка. А сегодня какой день недели вообще? Пятница. О, завтра суббота, завтра никому не надо. Просто если мы будем смотреть Берсерка, то это доталово. Типа все остальные серии, это часа на 3, на 4. То есть вы готовы, дети, блядь? Найс. Спасибо, что все двери, блядь, закрыты. Не надо ходить меж комнат. Было бы забавно, если бы одна дверь нас какая-нибудь затаскивала и убивала. Скример такой. Вот это было бы здорово. Типа нехуй по дверям лазить. Чего, блядь? Стоп, что? Я что, отсюда пришел? Все зачеркнуты чины позднее опознанного как Томас Оро, зачеркнут 39 лет, лесоповальщик. Было обнаружено, короче, тело мужчины, я так понял, позднее опознанного как Томас Оровилли, 39 лет, лесоповальщик, был обнаружен лежащим без лица, я так понимаю. Вероятнее всего, причина смерть. Смерти послужили многочисленные колото-резанные раны шеи и левой стороны торса, нанесенные острым предметом. Смерть наступила между 20:00 и 00:30. Хорошо. В связи с обнаруженными следами борьбы, отсутствием орудия убийства, раз... пиливает... Ладно, насильственное заведено дело об убийстве. Поскольку хранившиеся в комнате наличные деньги остались нетронутыми, а Оршвили злоупотреблял алкоголем и демонстрировал склонность к агрессии, предположительно,
убийством послужила не корысть, а конфликт. Что? А, зачеркнуто это типа эти, я понял, пятна. Допустим, хорошо. Good guys only win in movies. Да, мы вышли из комнаты и пошли обратно, ёб твою налево. Так, а здесь закрытая дверь, я понял. Опять эта психопатка. I'll be good, I promise. Tell him I'll be good, please. Кому? Тут никого нет. Angela? Angela, it's me. No, please. Daddy! Ёб твою мать! Хрена, у нас торс крепкий. Это папочка? Ёб твою мать! Беги, блядь! О, блядь! Так, хпшка. Нельзя. Опа! Беги, 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 уворачивайся, беги! Туда нельзя! Чё? Это круг? О, бля! Да беги! Бей, ебаш. Ее ебашить надо или нет подъеба? На! Бля, винтовку надо поберечь. У нас есть дробовик. На! О, кровоточит. Ни хрена, у меня лицо сносит сразу же. Как хилиться, как хилиться, о. Блять, оно теперь в темноте, да, ходит? Good guys only win in movies. Блять. Анжела, может нахрен покинем этот город? Тут очевидно, что все пытается нас убить. Угу. Хитрожопая, да? У меня здесь есть проход. Чего? Нужно хп, нужно восстановить то, что я потерял, патроны в первую очередь.
But you sick? Care of you. All this shit. What I did? Look at me! Так. И чего? И чини са. Ня. Аригато. Ня. Аригато. Что-то сломать нужно. Где-то здесь есть стена. Я отвечаю, чувак! Я не думал, что, блядь, все так произойдет. Так, либо в эту прощелину, либо по коридору. Куда? 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 Скорее всего, прощелину. Зачем-то. И нахера я сюда залез? Что это за место? Для чего оно? А, я понял. Это типа просто такая сюжетная декорация. Типа эта девочка гасилась от бати в доме. Где-то, блядь, в каких-то... В какой-то коробке, блядь. Поможет. А, я, значит, был прав. Имба. Так, а здесь... Ты сейчас у нее в мире, ее воображение. У каждого свой мир. Больница, значит, была мир этого. Этой. Мэри или Мария, как она там? Короче, Мэри. Блондинка эта. No one cares.
That's for you. Watch you are. Я, кажется, начинаю понимать, что здесь вообще происходит. Типа вообще вот эти все Мэри, Анджелы, девочка эта, как её... Лора, Лаура... Кто там она? Это все призраки. Город Карапаченый. И заезжающий сюда обычный человек начинает вот так вот видеть всю эту хуйню. Потому что эти призраки и этот город на него действуют. С папой насильников. Я так и понял. Ведь очевидно же, что типа разрушающаяся квартира, хаос какой-то, вечный беспорядок, бутылки повсюду. И все это так неприятно сделано. Визуализировано хорошо эти эмоции и переживания этой девочки. Прям для жестко. Так, стоп, куда я бежал? Куда я прибежал? Я запутался. Что ж, это наш с тобой последний бой, видимо. Мразь. Нет, обнимашки! Помер, помер. Здорово, сын Сангвини. Кожаная стена. Ну, ты так вообще, да. Прям вообще... Ну, жестко. Жестко сделано. В общем, музыка такая нагнетающая. Кстати, стены в натуре из кожи, чисто, блядь, повелители ночи. Кто понял, тот понял. Мне кажется, кстати, на корабле повелители ночи именно вот так вот все выглядело. Механизмы и стены из кожи. Ебанусь. Ну, ладно, пойдем по тяжелой артиллерии. Давай сначала так чуть-чуть постреляем. Я так и знал, что он сейчас рванет. Подошел я к нему слишком близко. Мне кажется, его надо в вентилятор, да, загнать? Когда он на меня рыпнет. Вот так вот, да. Сейчас я тебя разъебу, блядь. Давайте сюда. Либо его убить надо, я не понимаю, потому что. Мне кажется, вентилятор его не убьет. F? Почему F? Нет. Все хорошо. Thank you.
кажется, бесполезно тратить патроны. Нет, не бесполезно. Я он жирный. Just, it's okay. It's over. Don't even try. Try what? Like you don't know? Нет, не знаю. I see what you're doing. Что ты видишь-то? It's always the same with you. You're only after one thing. Чего мы хотим? Angela, please. To lie. Go ahead. Say it. Or you could just force me. Like he always did. You disgusting pig. По что? I hate you. I hate you. Она нас сейчас хейтит или... Angela. Или кого? I don't know who you think I am. Да, нас хейтит. I don't want to hurt you. I just want to get my Mary back. You're Mary. Your own little Mary. At least she was. For a while. What? Admit it. You didn't want her around anymore. Probably found someone else. No. I need to find my mama. Она поехавшая, точно. Я тебе говорю точно. Ну все мужики козлы. Не, ну у нее есть основания, как бы так полагать. Если это травма. Что твой вопрос? У меня. Что? Этот прикол с дыркой я тебе в ВК скинул. Слушай, не помню. Может, пока еще нет. Я в ВК-то когда заходил. Для винтовки. Мне бы для дробовика восполнить. Один патрон на дробовике, серьезно? Еба. Он что, сам рисует? Хуя он ровно линии рисует без линейки? Опа, ёб твою налево, это чё? Погоди, я сохранюсь перед тем, как туда залезть. Яйкс. Джеронимо.
Ему хреново становится у двери у этого. Ну, блядь, мне тоже было бы хреново. Ночь. Собака, слышишь стук в дверь. Бьёрн, какие твои действия? Оно. Бьёрна увидеть это сильно, конечно. Кстати, труп YouTube вылаживал. Ага. Дизё с речки, где со скалы в воду прыгают. Он набрал 800к просмотров. Круто ему. Даже у меня столько нет. У меня максимум там 300 тысяч, по-моему. Nothing killed you. Are you hurt? Not at all, silly. But the thing... It stabbed you. There was blood everywhere. Stabbed me? What do you mean? It chased us to the elevator and then... James. What are you talking about? Just before. Don't you remember? James? Honey... Did something happen to you after we got separated in that long hallway? Are you confusing me with someone else? You were always so forgetful. Poo-poo-poo. Remember that time in the hotel? Maria? You said you took everything. But you forgot that videotape we made. I wonder if it's still there. How do you know about that? Aren't you Maria? Не надо говорить, на какую я концовку выхожу, хорошую, плохую или не важно. You are Maria. Не важно. I am. Все. All I want from you is an answer. Doesn't matter who I am. I am here for you, James. See? I'm real. Don't you want to touch me? Почему у него с глазами, почему веки подведены красным, блядь? I don't know. Well. If you happen to make up your mind, I'll be waiting. I'll find some way to... I'll come back, I promise. Что это было, блядь? Ты до конца посиди и увидишь, на как охуенная цитата. Санта понял, что сказал? Не, я понял. Что он сказал? Что он сказал? Снимай давай, что это? Опять загадка, блядь. Ёб твою мать, ничего себе. Я пока ни хера не понимаю.
Не понял, вообще ни капли. Подсказки на стенах. Хинрг. Спасибо. Хочу смотреть на другого, бля. Я пока даже подсказки не понимаю. Но я вижу какие-то лица каменные вот там вот наверху. Здесь вот тут какое-то каменное лицо. А, она еще и вверх вращалась. Куда нам за ней возвращаться? Так, погоди, а здесь-то что? А, я понял. Дмитрий, что это такое? Это как картина про лестницы, которая там вверх ногами, сбоку, справа, снизу. Ема. Куда я лезу? Тут открывается дверь, здорово. Тут закрыто. Тут закрыто. Найс, хорошо. Бля, опять тараканы. Фу. Дробовик-то вообще можно как-нибудь-то восполнить, пожалуйста. Дайте патрона. Все, на дверь высадил. Папа-дверь. Ебанутый, сука, зверь. Ага. Угу. Я думаю, лучше сохраниться перед этим. Лабиринт, блядь, я ненавижу лабиринты. Нет предметов. Блядь, отстрели! Это же можно сделать. Где вы последний раз ставили Марию в больнице? Ее убил чувак с двуручником! Нас он убил ее с двуручником. Ну, прям в спину мы бежали с ней куда-то. Ну, на выход, я так понимаю. О, пистолетный патрон. И он ее настиг. И утащил. Мы ее потеряли. Блядство, что за блядство? Погоди, что? Нужен ключ. Кто? Выродок. А где убил? На каком выходе? Да на самом выходе, блядь, и то ли в лифт. Между дверьми какими-то она не добежала. Тупо. Ай, блядь! Ёбаный
Ёб твою налево. Здорово, Дирель. Да ёб твою мать, кто ты, блядь? Рукожопы. Угу, вижу тебя, сучка. Ай! Шприц. Найс. Нужно телегу подогнать. Еще только здесь еще залутаю, что еще есть. А есть не буя. Так, где? Вот здесь может еще есть. Нет, блять, мне так нужны прототипы. Для дробовика так патроны. Ну просто один, это несерьезно. Если надо вернуться туда, где ее типа убил ГГ, да я слышу, что вернется за ней. Куда? В больницу обратно? Ты шо, рофлишь? Больничка для нас закрыта. Ну, естественно, придется туда лезть. Ну, выходит, да. Ну, бля, если нас выпустят из лабиринта в город, чтобы дойти до больницы, я только не знаю, но он ее убил. Понимаешь? За ребенком? Я не понимаю, ни хера не понимаю вообще. Нахера обратно в клинику идти? Если по сюжету не надо туда идти. Это что такое? Чисто случайно нашел. Борщик, походу. Все. Там, блядь, цивилизация новая. Что? А, блядь, это опять хуйта, которая по решеткам ходит. Отъебись-ка. Отъебись-ка. Жопа. О, тентакль, но. Да, блин. Пусто.
Опа. А, ага. Это я вернулся обратно. Сука. Чё карта кажет? Ебать! Это чё? Погоди-ка. Во. Вот эта дверь. Ага, я понял. Я понял, что это за дверь. Налево, направо, направо. Направо, бля. Да иди ты на! Погоди, я там все сделал, получается, да? Нашел газ для зажигалок. Ключ не нашел. Мешает ее убить. Она жирная, и количество патронов там у меня ограниченное. Я, по-моему, в нее как-то даже стрелял, и ей похер было абсолютно. От нее тупо съебываться, уворачиваться, я так понимаю, надо. Так, неломаемая. Угу, я понял. Угу. И что ты здесь себе зарисовал? Ага. Ровным счетом там нет ни хера. Прекрасно. Не найс. Так, что здесь у нас есть? Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Оба. Блять! Тварь! Да блять, тварь! Одна микстурка осталась. Блять, эта кровать из меня высосала вообще все, блять, жилы. Патрон для дробовика один. О, блядь, теперь у меня два патрона для дробовика. Только начало стрима, уже кто-то что-то высасывает. Уворачивайся. Я же говорю, что от этой херни надо уворачиваться. Нихера, тут кровать напополам разрубили. Жесть какая. А, ну естественно, давай. Засовывай руку.
Я видел мимас, где он так руку засовывает, а там за стеной пирамидоголовый кого-то тащит. И это чё? И Джеймс его за жопу такой хватит. Там написано «фак»? Или «лак»? Или «чак»? Или «бак»? Угу. Стоп! 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 Не-на-на-на-на-на-на. Он выглядит жутко, конечно. Ядритно. Это до сих пор мир Анжелы, что ли? О, вот сейчас нам нужно будет... Так, стоп, что? Да, вот сейчас нужно будет попробовать направо сигануть, что здесь будет. Оно еще и станет! А, на же щища блевать. Ладненько. Пять патронов для пистолета. Для пистолета у меня до хера патронов. Дайте на дробовик. Две штуки всего. Ого. Что это? О, малышка моя. Иди-ка сюда. Упс. Не в голову попал, ну и ладненько. О, ключ! Я, кажется, знаю, чего. Железный ключ. Игра чисто симулятор поиска ключей. Вот, кстати, здесь мы сейчас выйдем как раз в нужное нам место. Да-да-да. Блять. Да не ори на меня! Ты тентакли свои распускает! Фу, нах! Здорово, Верзила! Да почему я эскейп-то жму? Так, нет, другое право. Братишкина было название «Найди ключ, чтобы найти дверь». Короче, я понял, ладно. Ну, симулятор сбора поиска ключей. Да хватит на меня орать! Так, стоямба. А почему здесь дверь нарисована, я не понимаю. Погоди. А, ну да, это борщ. Все правильно, значит, мы шли, ёб твою, налево. Дверь с другой стороны. Значит, это было правильное право. Ах,
А их тут людей еще добавило. Да ёб твою на мать-то, ну отстань ты от меня. Последняя хпшка была, суки. Где эта дверь? Дебильная! Я не... А, я не там ищу ее. Молодец! Нахрен иди. Воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо. Сюда. Давай смотреть, что здесь. Кислота. Так просто не достанешь, да? Нужны какие-то кусачки, щипцы или что? Крути вентиль. Крафтили зажигалку. Найс. Я так понимаю, таких локаций здесь штуки 3 или 4, да? С этим кубиком, который чуть дальше. Поджигай! Всего 3, одну уже прошел. Понял. Понял. Лабиринт, значит, у нас такой. Ну что ты наделал? Взял пол, проломал. Джеймс, блядь. Никакого уважения к стеклам. И к полам. Эй, тихо, 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 тихо. Гниющая комната. Естественно, Джеймс, как обычно. Сигай! Ты не в такую задницу прыгал, но не нервничай, давай. Уй! Ага. Странная стена, вращающийся куб. Мария. Вот здесь я, наверное, должен буду вернуться за Марией, если он сказал, я вернусь за тобой, а не в больничке. То есть у меня есть шанс ее спасти, я так понимаю, да?
Ну смотри, я одну задачу выполнил, какую-то хрень бахнул. Что она скажет сейчас? Я просто в прошлый раз, перед тем, как выйти из больницы, я не посмотрел, как у нее дела, но я до этого сходил к ней. Она спала, ничего мне не говорила. А потом она на нас наехала, что мы типа ее бросили, хотя я ходил к ней. Но единственное, да, перед тем, как уйти из больницы, надо было к ней зайти. Хотя могли разве мы зайти? Нас этот, блядь, урод преследовал пирамидоголовый. Должен был найти вход перед ней. God damn it. Так, секундочку. Это я повесил игру. Короче, я не понял ни хрена. Оказывается, можно было еще к ней зайти. Ладно, здесь зайдем. Сохранялся, да? Перекресток. Крути баранку. Крутите бобину. Ага. Так. А, погоди. Нахуй. Я опять эту же комнату выбрал, да, я так понимаю? А, нет, тут... Или погоди. Или что это? Если сюжет, значит лут в комнатах. Окей. Ну пока я никаких бонусов не вижу, типа на первом этаже ничего нету. Стену не сломать. Что с тобой, Джеймс? Тут ничего нет. В натуре бонус. Кек. Патрон. Аптечка. God damn. Так, а нам-то надо куда? Поворот, ну.
стороны баранки на правой стороне стены есть значок. Какой значок, блять, я на рандоме кручу эту бобину. Значки какие-то, треугольники с крестами. Ага. Угу. Непонятно. Есть такой моментик. Блять, какие головоломки. Так, здесь я был? Здесь я не был, по-моему, погоди. Ага. Блять, и так еще один раз, как минимум, если я здесь ничего не найду. Это значок. Оно! Хорошо, найс. Чисто на рандоме накрутил. Это как шариками в Atomic Heart. Только потом, через 10 минут, только увидишь, блядь, схему. Схема! План заброшенной области. Ах ты, мразь! Ну-ка иди сюда. Это значит, вы на меня будете нападать и прыгать. Там есть лестница, здесь нет ничего. Дверь закрытая. Лестница вниз, но к ней не попасть. А почему? Ладно, допустим. Спасибо. Два патрона для охотничьей винтовки, но для дробовика ноль. Я коплю на безмолвие. Вот нахрена оно тебе надо, вот скажи мне. Нахрена. Максим, а я там озвучку дешевле сделал, прикинь. В два раза. Блять! Нихуя. Да-да. Хочешь еще копить? 500 рублей. Прикинь, настолько охерел, что пятихатку сделал. Пол тысяч. О, это же выгодное предложение. Так, что здесь за лестница, чудесница? Бля, ебучая канализация.
У меня 23-го ДР. Круто тебе. Что-то здесь ходит. Куда попал? Стоять! Инфляция, все такое. Да-да-да, дешевле. Дешевле стала озвучка, а дороже стало безмолвие. Так, ну-ка. Заценим, что здесь, потому что это... Я так, кажется, знаю, куда это идет лестница. Угу. Вот к этой двери. Я помню, что я еще канализацию не открыл до конца. О, это мне надо. Да ты чё, психопат? Забайтил хуйню. Ага. Переиграл. Я сделал вид, что затупил, а на самом деле тебя забайтил. Калькулей этот еба. Скованные ворота. Давай, мразь. Это было наивно рассчитывать на то, что я в него попаду. Так, стоп. Нет предметов. Нужен болторез, да, я так понимаю? Болторез. Очень нужен. Позарез. Мразь. Угу. А это куда лестница? Что-то я не понимаю. Так, ну это скованные ворота, это вот туда выход. Погоди-ка. Молвия нет. Я лично хочу это сделать. Бля, за что? Так, третья лестница. Какая-то мразь ходит. И что же это? Да. Спасибо за песню. Ать. Опа, балла.
Бля, у меня все равно красная рамочка. Больно. Так, а что за восклицательный знак? Ключик. Самое забавное, что теперь я не знаю, от чего этот ключик. Дверь какая-то закрыта. Погоди, а почему она закрыта? Она вообще закрытая? Ну да. Мне бы банку найти. Погоди, а вот там что? Боксировать я на Тайсона поставил. Вова Лудоман, ставочник. Опа. Тайничок. Так, ну здесь по идее все найдено. Надо идти на лестницу. Причем, мать его, не на вторую, а на первую. У меня банок больше нету, сволочи. Все банки потратил на них. Хрена лысого тебе. Сука, ну ладно. У тебя появился повод шприц завязать. Чувствуем себя прекрасно. Так, погодите-ка. Дверь вот эта залочена, я так понимаю. Да, это она на карте. Так, здесь мы были, это потайная комната. Вернее, закрытая комната, я так понимаю. А вот здесь не были. О, баночка. Где там разёныш по стенам ползает, сука? А я не понял, а почему ты не лезешь? Джеймс. Там телега. Дверь закрыта. Это лестница.
Лестница куда? Это вторая лестница. Так, погоди-ка. Вот тут... Ну, там типа отверстие, блядь, и оно, не... оно закрыто. Почему? Я что-то не понимаю, погоди-ка. Так, вниз точно больше не надо, там все нельзя. Так, стой. Я что-то вот здесь не увидел или что? А, так это вот оно и есть. Я думаю, что это за хуйня? А почему здесь так не отображается? Что вот здесь вот? Я прям на эту хуйню. Чего, блядь? Ладно. Допустим. Башке там себе постучи, дурак. Ключ нашел, ключик нашел. Да, он так и называется. Ключик. Где он, блядь? Вот он, ключик. Только от чего ключик? Я не понимаю. Может быть... Ответ с этой стороны... Значит, все-таки надо через низ идти. Стой, погоди-ка. А, ну, блядь, естественно. А, погоди. В натуре, блядь, там же не нужен болторез, там ворота же на замке, на, блядь, браслетах. На. Это же наручники. Ядрить я вообще не подумал. Где? А, ну да, там дверь закрытая. О, ладненько. А не работает Donation Alerts, я не знаю почему. Чат-бот, вернее. Да не работает, он может не пытаться. Я не знаю, почему он отвалился. У меня все включено, но сайт пишет, что оно работает. Не переживайте. Так, блядь, где там? Реки, да. Куда ты поползла? Стой, сука. Не жалко на нее патронов вообще. Где второй?
раз. Теперь можно проползти, я понял. Патроны. Сонь, подчеркивание, в подчеркивание Sanguinius XM 42 получает награду. Озвучить сообщение. Плакала береза, хохотал крыжовник, подрались за вишню, клубника и шиповник. Матюкался тополь, пела песни слива. Вот такая штука, димедрол и пиво. Хорошо. Димедрол и пиво. Это что такое? Это мем. А в смысле озвучка не работает? Озвучка-то работает, она не от трейлерца зависит. Так, здесь проползти можно. Мемы не отображаются, ребят, потому что мы отключили их ради атмосферности. Девятнадцать Верзила 89 получает награду. Озвучить сообщение. Я Лука, ты Памятор. Я лук, а ты помидор. Бля, вот здесь точно болторез нужен, да? Сетку ломать. Рекки, подчеркивание, дурка получает награду. Озвучить сообщение. Скорее бы Литленик Марис. Литленик. Это как Иван Золо читает по-английски. Литленик Марис. И то он это Иван Золо бы хуже прочитал, чем бот-озвучник. Какая-то долгая задержка. Ну-ка. Пропуск кадра. В странах ты был. Я был в 20 странах России и... Сука. Только про Ивана Золо вспомнили, ага. Я был в 20 странах России. 20 странах России. Блять, что на? Так. Так, я понял. Кто это человек? Назовите имя. Ту-ту-ту. Ёб твою мать! Ни хрена себе, какие люди, блять! Чел, ты чё? Так, срочно забрать, что здесь есть у тебя. Ломаем стену. Ломай стену, блядь. Быстрее, блядь. Здесь ничего забрать не надо. Бегу,
Залезай! Добрый вечер! Ни хрена себе, вот кого-кого я тут точно этого не ожидал увидеть. Я не понимаю, это мемы или это в игре, блядь? Да я охренел, что это, блядь, пирамидоголовый! Это у меня, блядь, в башке звенит или... Что это, блядь? Я один это слышу? Что это за хуйня? Это мемы такие, что ли, или что? Ничего нету. Вова, не, серьезно, блядь, может у меня так звук лагает в игре, блядь, я не знаю. Кто ультразвуком нас так травит, ебать, это что за хрень? Нету ничего. Вы рофлите, блядь? Я слышал. Наёберы в натуре, блядь. Вова с Дирелем, наёберы. Я звон слышу. Во, во, мои искренние сыновья. Честные. О. Я чуть не охуел. А, блядь. Попыт. Да все, звона нет больше. Я в какой-то момент реально подумал, что я ебнулся, блядь. И у меня в звуке, как после флешбеков вьетнамских. Ядрись. Выжу! Да, блядь, опять! Болторез. А, еще сверху стройку мне этот, блядь, ремонт сосед, нахуй, у меня аж слова не вяжутся. Что вы за люди, блядь? Это что за дерьмо? Это кто такой жесткий шутник у нас? Вова, это ты хуйней занимаешься, блядь? Отвечаю, это Вова хуярит. Бля, я сейчас отключу мималерс. Я тоже в наушниках сижу, блядь. Я тебя нахуй. Да не факт, что это Вова, но я предположила, вы сразу агритесь. Погоди, мы не доказали. Сейчас я посмотрю в мималерс, кто это хуярит. Вырубай. Вырубай. Где он, блядь, у меня? Ебать, последнее на канале. Николай Федотов. Кто такой Николай Федотов? Писк мне хуярит, болгарка и перфоратор. Николай, ты шо? Это не Вова. По что? Писк, просто чувак берет и писк отправляет. Там же тысячи мемов всяких разных, смешных, интересных. Он писк, ну за что? Николай,
страдания. Просто страдаю не только я, еще вон мои модеры, мои чатерсы, все страдают. Это какая-то массовая пытка. Помер. Так, погоди, я нашел кусачки. Вот здесь есть какая-то дверь, какой-то коридор. Кстати, о страданиях, Дирель, не смей! Не надо! Ай-яй. Когда для лоботомки? Во! Во, мимасики пошли какие! Вот это хорошо. Это я, молодец. Хорош. Так, а где решетка-то эта, которая нам нужна все-таки? Ворона, да? Нет. Она где-то там. Погоди-ка. Решетка к пирамиде чуть-чуть на. Ёп. Вот этого казино, блядь. Это вниз. Бля. В натуре. Да, пупсик, это уёбище. Оно меня ещё преследовать будет. Погоди, где эта дырка, блядь, снизу? Куда мне надо, я что-то не понимаю. Блядь! Хряки какие-то визжат, что? Стой, это не сюда, погоди. Стоп, что? А, вот пятая лестница. Так, стоп, блядь. Нахуй. Проволока, вот. Вот. Только погоди-ка, мне надо. Сука, эти лестницы, блядь, головоломки нахуй. Режь проволоку. Нет, погоди-ка. Нам надо на вторую лестницу, я так понимаю, да? Чтобы... Блять, через что пройти? Почему вход завален? Я ж здесь проползал, вот тут прям. Кто-то камней навалил. Это я, наверное, когда, блядь, увидел пирамидоголового. Доброе утро, моя девочка. Бля, боже. Спешу пожелать тебе самого прекрасного, невероятного настроения. Хочу, чтобы твой день был самым прекрасным. Фу.
А, я по-другому не выйду, погоди-ка. Череп, понятно. Сейвади потом на пятую лестницу. Да, скорее всего, так и придется делать. Блять, куда это? Сейф у нас... Так, стоп. Сейф у нас... Сука. Так, погоди. Лестница это у нас... Ёб твою налево, я запутался даже в картах, блядь. Так. Вот. Сейф это у нас вторая лестница. Да, мне нужна вторая лестница. Блядь, где? О. Правильно? Нет, это третья лестница, стой. Блядь, ёбаные кишки. Через куда идти, блядь? Так, стоять. Через вот эту дверь. Опять писк начался, ну господи. Ёбаное все. Это не я, да я знаю, кто. Я вижу же, кто там. Николай. Хуярит писк. Начинаю, думаю, что музыка в игре это мемы опять какие-то. Откуда у него песу столько? Да я рот ваш ебал. Не матерись в чате. Так. А. Это мне надо вот сюда. Блять, столько дверей, столько проходов. Да блять, нахуй. Silent Hill, ёпту ему. Там этот хуило ходит на... Блядь, он где-то здесь, да? Блядь, вас тут тоже не хватало, ёптвою. Это херня, да вы чё, бля, сговорились? Да пошёл нахер, слышишь, гнида? А где решётка? Так.
Что-то я пока не понимаю. А, проволока в другой стороне. Ой, я ебакло. Твари, а какие? Угу. Не достанешь, не достанешь. Вот там проволока. Так, пошли нахрен. А где двуручник? Ушел по своим делам. Гидродоминатус. Звуки перекатывания. Бля, еще ниже. Опять прямиком в ад нахер. Да, еще ниже. На самое дно, давай. Говоря, что я сделал? Что я взял? Личное снаряжение, лечение, заметки. И нахера я туда ходил, получается? Ёбаный рот этого казино, блядь. $500. Это самое... Так погоди, нет. Нахер я туда ходил? Подвешенную клетку сделали. Здесь... Мы просто прошли через ворота, чтобы попасть куда-то в подвал, чтобы снова, чтобы прогрызть сетку кусачками, просто чтобы выйти на буя. Ладно, мы там клетку какую-то куда-то вниз отправили. Пойдем к Марии сходим. Ты теперь моя, навсегда моя. Ты молчишь, а я улыбаюсь, Мария. Надо правильный символ поставить. Да погоди, не, я понимаю, что надо правильный символ поставить, но... А, погоди, я понял. Мы же сейчас вышли в другую часть локации. Чё, блядь? Мы просто с собой ничего не принесли, ничего не сделали там. Карта показывает, что мы здесь все сделали. Все открыто.
блядь. Ну, в бассейне тоже все взято. В этом, или что это, не бассейн, блядь, что это? Допустим, ладно. Крутим дальше. Так, здесь, возможно, бонусы какие-то. Да. Баночка с ХПшкой. Патроны на пистолет. Согласен, локация такая себе вообще, если честно. Оно? О, да здесь и бонусная комната есть. Нихера себе патронов для охотничьей винтовки 4 штуки. Блять, патронов на винтовку больше, чем на дробовик. На дробовик 5. Даже 5, не 2, а 5. О, это хорошо. Стену смотри, там подсказка нарисована сквозь. Окей. На какую, блядь, стену он? Где подсказка? Я не вижу, хоть убей. Здесь что? Ого. На, во, вижу. Треугольник перевернутый вниз крестом, я понял. Все, я допенькал, где что? Бонус. Опа, фотка. Друг. Ладненько так. Ага. Треугольник с крестом. Вот это нам надо. Никаких. Три комнаты: зеленая, красная и коричневая. Ладно, пойдем в красную. План разрушенной области. Ух ты, ёптую налево, ни хрена себе. Прикольно. Отвечаю, кто-то из них встанет.
Так, ну то попозже мы туда зайдем. Сейчас надо хату обшмонать. Лишненько. А, это, блядь, проход был в эту комнату, что ли? И нахера? Хрень какая странная. Ну, допустим, ладно. О, дробовичок. Ничего. Я так и думал. Ёбаная, все, Михалыч. Не понял, чё? Почему она неубиваемая? Охуеть. Спасибо, блядь. Оказывается, можно было с ними не воевать, а просто дождаться, пока они помрут. Прекрасно. Зеленый миля помяк и сушин, все круто снимали, как мы могли. Роблокс. Что за арена, где несколько нашествий? Не понял, про какую ты арену говоришь? Несколько нашествий чего? Чего? Просто загаситься, пока идет таймер. А, я понял вообще, чего мне гаситься надо еще. Догоночку. Ладно, пока пособираю ништяки. Опа. Опа.
Ага, ага. Закрыто. Опа. Тут ничего. А тут что? О, патроны. Ай-я! Анидо! Оп, хренушка тебе! Спасибо. Ой, спасибо. 5 патронов на винтовку? Мне на дробовик столько не давали. Хочу денег. Такая же хрень в натуре. Я тоже хочу денег. Опа! Валились мразью. Оба, сейф-рум. Это мне. Просто пиздец! Это чё за лока такая? Вы чё, ёбу дали, что ли? Лока страданий. Бля. Опа. Стрёмная дверь. Теперь еще и вход назад заблочен, да? Прекрасно. О, ну, 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 вы, ну, 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 вы. Давай сквозь терни к жизни. Стал. Я где-то, короче, давно-давно видос какой-то смотрел, я только сейчас вспомнил, что вот этот вот пирамидоголовый — это воплощение всех грехов Джеймса. То есть это сайлент-хиллская версия Джеймса, пирамидоголового из двуручника. 208. Я ж заходил к ней, алло. Я говорил, что у всех у вас разные миры. Джеймс видит так, другие персонажи по-другому. Этот город. А, вот чё. Ну не, она тоже твари видит. А почему она мертва-то? Она же была... Блядь, я не понимаю ни хера. Подожди, подожди, сейчас, пока не надо объяснений. Тут уже надо играть.
И вот сейчас в этом лабиринте, я так понял, нам точно дали понять, что она у нас умерла, да? О, меч. Так, погоди, меч. О, меч! Кстати, засейвится. А я там зеленую дверь мог открыть, да, какую-то выбрать, я так понимаю. Блять, а почему я красную выбрал? О, да ты чё? Джеймс, что с тобой? Так, погоди, мне надо прицелиться еще туда, что ли? Джеймс, назад. А куда ты поворачиваешь? Давай. Он не может, блядь, куда-то чуть-чуть правее, вот так вот, да, прямо идти. Здорово, Делюк. Только не БДС. А как ты с этим мечом поднимешься по лестнице? Стой, назад! И нахера я притащил этот меч сюда? А, для убирания этих рук, я понял. То есть, погоди, я мог реально зеленую дверь выбрать, и другая бы какая-то штука была? Типа развитие событий. А я выбрал красную дверь. Это на что-то повлияло? Не. Что? Уолтен... Что? Уолтер Салливан. Кто такой Уолтер Салливан? Ничего не понимаю. О. Перед казнью преступник выпил последнюю бутылку эля, после чего обрел здесь вечный покой. Предательница Мириам Кей. Так, и чё? Прыгнуть в могилу? Серьезно? Ну, я так и понял, что в свою могилу прыгнуть. Я просто помню, что в игре 8 концовок. Как на всех выйти, я не знаю абсолютно.
О! Пухляш. Well enough alone, huh? You just had to follow me all the way out here. Да ты меня вообще нахрен не уперся. How many times do I have to kill you? Эдди. Whoa, Эдди, it's me. Oh. Hi, James. Eddie, what are you doing? What's it look like I'm doing? You fat, disgusting piece of shit! You make me sick! You gonna cry, fat ass? You gonna run to your mama? Waste of skin, why don't you just kill yourself? Oh. Maybe he was right. Maybe I am nothing but a fat, disgusting piece of shit. Новая игра плюс. But you know what? It doesn't matter if you're smart, dumb, ugly, pretty. It's all the same once you're dead. And a corpse can't laugh. У него револьвер, минус 3 патрона. Эдди. What's that? При нас хотя бы. You want to talk down to me some more? Tell me to relax. Подчеркивание в подчеркивание Sanguinius Sixum 42 получает награду. Ладно. Озвучить сообщение. Дорогой. Я дома. Ик. Пароль. Шла Саша по шоссе. Блин. Шла шоссе. Короче. Передвигалась Александра по автомагистрали и употребляла хлебобулочное изделие. Угу. Понятно, понятно. Он обижен... Обиженный чел, которого булили всю жизнь. Ну, очевидно. Он сам об этом говорит. Just like the rest of them, James. No, I don't want. Shut up! You think I'm stupid? You think I don't see it? But you've been laughing at me all along. Ever since we first met. But you ain't laughing now, are you? Джеймс-то не пальцем дело, он не слышит. Help, Eddie. Забери у него револьвер нахрен. Don't get all holy on me, James. This town called you too. Yeah. You and me, we're the same. We're not like other people, don't you know that? Well, you're about to find out. Джеймс Тормоз какой-то, он тебе в лицо пистолетом тыкал, тебе нужно обезвредить его, блядь. Do you know what it does to you, James? Это мир Эдди, я так понимаю. Hated, picked on, spit on. Just because of the way you look? Yeah, I ran away after I killed that dog. But you know what? Ах ты ублюдок! It tried to chew its own guts up. Finally died all curled up in a ball. Сука, я тебя расхуячу. Я тебя так расхуячу. Гнида ты мерзкая. Блять. Я разнесу твою тупую башку об пол об этом. На, тварь! Сука, жировая прослойка не дает ему помереть. Это я тебе, блядь, нихера себе. Нам нужен этот револьвер. There you are. Я не видел. Но он сказал, что он убил собаку, ему понравилось. А потом за ним погнался хозяин собаки, он убил его. Голову, сука, ему, чтоб мозги разлетелись по всей, блядь, из, по всему морозильнику. You die here, James.
Нет, это ты здесь сдохнешь. And then you'll just curl up and die. And it's gonna feel great. Just like before. Как он, блядь, винил? Ублюдочная смерть. А револьвер его забрать надо. Вещь хорошая. Не должна была находиться в таких клешнях мерзких. Все правильно, даже не думай об этом, что ты его завалил. Все хорошо. Такие должны... не должны существовать. Садисты и мрази. Никакого угрызения совести. Наоборот, облегчение от того, что такого больше не существует, ублюдка. Рождаются такими, но почему они такие слабые становятся такими? Ну, зависит от характера человека. Да нет, он просто поехавший ублюдок. Он невменяемый. А револьвер-то ты заберешь его, Джеймс? Да, блядь, Джеймс, ну ёпта, дай выстрелить. Вообще не даю. Вот там туша эта лежит вонючая. Он не стреляет. Слабак, Джеймс. Я бы ему сейчас башку бы изрешетил бы вообще из всего. Немного философская игра, блядь. Она полностью философская игра. То есть все, вот, все что здесь происходит, это вообще по сути психология. Странности, фетиши, извращения, шизофрения, блядь, раздвоение личности, биполярка. Тут все, вот, все. Нифига не. Silent Hill — это город, который не дает шанса тебе. Я бы его добил, да я говорю, я бы была возможность, я бы изрешетил ему всю башку, блядь. Чтобы места живого не осталось.
Опа. Да, чисто кредо Джона Уика за собаку уничтожит все. Так, а там что? Твой Silent Hill. Твой Silent Hill. Надежда не отпускает. 3-4 часа еще сможешь продержаться? А это еще там на 3-4 часа? То есть это не конец еще? Новая лока ща... Бля, нихуя. 3-4 часа, не, вряд ли. Удерживайте А, чтобы использовать левое весло, Д, правое. Пошел он нахер. Это Майнкрафт, чисто наш типичный геймплей. Плывем куда-то. Четыре часа это я преувеличу. А так он рассчитан на 2. Вероятность я бы за собачку на расстрел. Не, собак трогать нельзя. Животных трогать нельзя. На свет нужно. Я не, я понял. Все, реки, успокойся. Господи, понесло. Сдох он. Как тварь. Спокойно. Мороженое. Есть патроны, аптечки, что-нибудь? Ничего. Почему у меня зубы чувствительны к холодному? Значит, у тебя эмаль слетела. Где-то. Либо где-то нерв оголен. Если это где-то в корешках.
changed at all in 3 years. Ты еще, блядь, это место узнал, что ли? Чел. Патроны для пистолета 5. Блять, что? Приближаются холода, и они оставляют гнезда, чтобы успеть вернуться. Это какая-то философская мысль. Ну, я так понимаю, эта локация, это этот особняк, да? Зуб подгнил со стороны десны, может быть, но видно. Не видно. Может быть. Почему я не чувствую тепло, блядь, что? Ты еще скажи, я вижу мертвых людей. Отель Лейкью. Ну, короче, я так понимаю... здесь сначала будет обычная локация, а потом кропаченная локация. Надо сейф найти, короче, сохраниться и оставить эту локацию на следующий стрим. А сейчас можно было бы и пойти Берсерка досмотреть, да? Сейф-рум. У вас с Максимом одинаковый цвет? Нет. У Диреля оранжевый цвет, нормальный такой. Хороший цвет. У Максима он такой красный, темно. Они отличаются. Я бы сказал, у Диреля алый цвет такой, у Максима просто красный. Даже у Каласты отличается цвет от Диреля и от Максима. Ебать, я вижу оттенки красного. Кек. У меня он серый. Чего, блядь? У меня оранжевый, у меня норм. Ключ. Или что, или будем добивать сегодня Silent Hill? Уважаемый Джеймс Сандерленд, с радостью сообщаем, что оставленная вами в номере видеокассета найдена и находится в сейфе, закрытой для гостей часть отеля на первом этаже. С удовольствием вернем в любой момент. У меня темно-зеленый. Нихера себе. Или короче, что, идем Берсерка смотреть? Или добиваем Silent Hill? Ну, Silent Hill это еще на пару часов. Как минимум. Локация, ля какая, блядь. 3 этажа. Еще и подвал есть. Еще и сад есть. Вы что, гоните? Это больше, чем на 3 часа у нас. На 2. Ну, без разницы. Ну, сегодня тогда, значит, можем остаться без Берсерка. Ну, короче, посмотрим. Ты возьми в руки яйца. Ты возьми в яйца руки. Что? Ладно, погнали добивать его. Твой Silent Hill. Твой Silent Hill. Я тебя жду. 312. Это на 3-й этаж надо. Погоди, а что там за хрень? Как выйти теперь отсюда?
саду. Короче, вот здесь что-то отмечено. Суки. Валя. 19 верзила 89 получает награду. Озвучить сообщение. Мяу 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 мяу. Мяу. Опа, ключ от 102. Отличненько. Помнишь, ты недавно нашел необычную книжку? Пару часов назад подходил очень странный человек, сказал, что она принадлежит ему. Спорить не хотелось, я вообще хотела как можно быстрее с ним попрощаться, поэтому отдала. Не представляю, откуда он мог знать, что книга у нас, и, по-моему, он уже никогда... По-моему, он у нас никогда не останавливался, я бы вспомнила. Нихуя себе! Все время об этом думаю. Ты че, блядь? За иероглифы. Угу. Допустим. Так, а где 102-я? Или вот выход, погоди-ка. А, вот сад. И в саду какая-то хрень есть. Либо что-то... Ну, это логично. У меня уже 3 ключа. А, так вот получается, да? Да, ворота. Часть сада закрыта на технические работы. Приносим извинения за доставленное неудобство. А в саду есть еще что-нибудь? Типа вот здесь. Чтобы просто заранее понимать. А все ли мы следовали? Вот тут дверь открыли, например. Закрытую. Одиночка с востока, покинув родные воды, потерялся и задыхается. Закрыто. Опа. И нахрена? И взял еще с собой. Ну и куда ты, в карман положил эту херню? Ёб твою налево, блядь. Джеймс. Еще одна рыба. У нее лампочка во рту. А, я рыба. Не плачу, не смеюсь. Не говорю спасибо. Блять, что? Ты где я ворвался-то? А, это вестибюль. Погоди-ка. Стой, вестибюль. Как? К этой рыбе пробраться. Вот так и пробраться к этой рыбе. Нужно здесь, нужно в доме найти какой-то ключ.
Угу. Либо в саду надо найти. Что-то я не понимаю. Здесь-то больше ничего нет. Нет. Тут аист. Ну понятно тогда. Значит, надо искать все уже в гостинице. Так, какой там ключ у нас? От 102-й. Погоди-ка, столько. Стой. У меня же есть какой-то декоративный ключ. Может, им попробовать открыть? Музыка играет как раз оттуда. Ну-ка. Не, не работаю. Сука. Куда музыка играет? Ах ты маленькая засранка. Yeah, you did. Скушайте потом. The fart face that I am. Maybe. Then again, maybe you're not so bad. Just annoying. Uh-huh. So, you got any other things planned? I think I saw a dark room back there you could lock me up in. No. I think you've had enough for now. Well, that's reassuring. Besides, I need your help finding Mary. She's here, isn't she? Come on, tell me. I wish I knew. But she said it in her letter. Wait. So there really is a letter? Oh. Yeah. Wanna read it? Just don't tell Rachel, okay? Кто такая Рэйчел? It's Rachel. She's our nurse. I took it from her locker. My dearest Laura. I'm leaving this letter with Rachel to give to you after I'm gone. I'm far away now, in a quiet, beautiful place. Please forgive me for not saying goodbye before I left. Be well, Laura. Don't be too hard on the sisters. And Laura, about James. I know you hate him because you think he isn't nice to me, but please, give him a chance. It's true, he can be a little surly sometimes, and he doesn't laugh much. But underneath, he's a really sweet person. I love you, Laura. I love you like my very own daughter. I wish things were different. I wish we could be happy together, like we talked about. Even so, I know you will have a good life. You're a strong, smart, beautiful girl. Happy 8th birthday, Laura. Your friend, Mary. Ей 8 лет? Ох, это не выглядит на 8 лет, как будто лет 11-12. Laura. How old are you?
I turned 8 last week. Да не. That means Mary couldn't have died 3 years ago. Could she really be here? Is this the quiet, beautiful place she was talking about? Me and Mary talked a lot about Silent Hill. She even showed me all her pictures. She really wanted to come back. She also talked a lot about you, you know? She even... What? What is it? Well, it kind of was his other letter. I think the one was for you. The envelope had your name on it. Did you read it? I wanted to. This one time, I almost did. Figured you didn't deserve to have it. But then I thought, Mary wouldn't want me to keep it from you. So I just sort of kept it for you. Here. It's empty. Laura, there's nothing in it. What? But I didn't take it. I swear. Well, where is it then? I must have lost it. I gotta find it. Laura! Так. Заяц-волк. Заяц-волк. Интерменцо ор Йоган Брамс. Мы не первый раз уже ноты находим. Тема Silent Hill. Погоди, молодая, я сохранюсь. Кто нас свалило туда? Ага, номера. Блять, твари. Так, от какой ключ там квартиры у нас? 102-я 312, значит, 102-я. Это у нас 103-я, 102-я где-то здесь. Да, блядь.
Фая Дошланд! Погоди, а, там же можно пройти по... Так, здесь мы, получается, дверь открыли. Есть что вообще? Почему везде пусто-то? Да, она еще и тварь ползучая. А у меня нету ни хера. Вот сволочь. Ты чё за выход вообще? О! Нихуя, испугался её, блядь. И выстрелил на автомате. А нехрен подкрадываться, блядь, из ниоткуда. Ну, сука, из-за куста выскочил. Какая? 107-я. Тихо, Джеймс. Держимся, ищем. Так, патроны. На плюще завелись какие-то вредители. Если не отделить их от других растений, погибнут все. Опять плющ. Флэшбэки из Атоми Харта. Плющ. Спокойно, Джеймс. Отсюда ключ. Сколько у нас уже ключей? Я хуею. Ключ, солнышко. Так, здесь не все, здесь понятно, ломать нечего. Ты умирал от биг ребенка в игре Резик Деревня? Кстати, если не умер. Я знаю, что он не умер. И я, по-моему, один раз умер от этого пиздюка, когда он меня из-под кровати или из шкафа достал, я не помню. Но один раз он меня уложил. Во, это мне надо.
Тайничок. Охотничья винтовка. Дробовичок сюда. Аж 4 патрона на дробовик. Имба. Ни хрена себе. Тварь, блядь, опять меня покоцало. Я только захилился, ну чтоб тебя, сучка. Скорбящие близкие глубоким сожалением сообщаю о кончине Шона Митчелла. Похоронная служба придет церкви Святой Стеллы в Южной долине на перекрестке Нейтан-авеню и Нили-стрит в 11:00. После службы в доме семьи Митчелл состоится поминальная трапеза. Ой. Что здесь только вот это объявление и пиздюли? Ты в каком вообще номере был сейчас? 101. 102. А 103 тоже открыт? А, ну да. Четвертый тоже открыт. Они у них все номера открыты, что ли? Фотка. Последствия. 21. Я до сих пор так и не понимаю, в чем прикол этих фотографий с цифрами. Ну-ка, 105. 105 закрыта. Ха. 105 only. Это 106, я так понял, да? Седьмая. Так, погоди, что там? А, бытовое помещение того садоводства, где мы солнышкин ключ нашли. Ага. Я понял. Большой. Так, ну что, теперь пора. А, опа. Ёб твою мать. Что это, блядь? Ну, допустим, ладно. Второй этаж. Пиздец, тут помещений. Вестибюли, гардеробы. А, рассветное крыло. Вот для чего тут ключ этот был.
Блять! Где-то среди манекенов эта тварь стоит. Гасится. Может, где-то... Да, так и знал. Да! И она, возможно, не одна. Еще яблоко. Уже два яблока гнило. Я сказала, она не одна. Она такая. Угу. Бля, да дайте мне банку сраную. Либо ударьте меня еще раз, чтобы критическое хп было. Во. Я, кажется, догадываюсь, кто это. О, да. Пупсик. На всякий случай, чтоб не вставал. Это я забираю. Карта пациента, пациент М6С. Понял. Это просто обход через другое крыло. Что-то про читальный зал, ну-ка. Так. Читальный зал это здесь. О, сейф. Так, для начала. Произведение. А, прозрение. Новый взгляд. Там какой-то символ на корешке. Он взял. Где ты ее таскаешь? А, я понял. Тут головоломка какая-то с книгами. Окей. Стойкость до конца. Допустим. Вверх в небо. Элис Броуз. Так, погоди, еще книга где-то есть? Или все, погоди, ну-ка. А,
А, я понял. Значит, стой. Бык справа вверху, лев слева вверху. Орел снизу. Ангел снизу. Нужен этот лев. Книга со львом. Но где она? А, вот она. Гордыня и крах. И чего? Ну, два копья посередине. Копья смотрят. Я понял, блять, урода. Бук. Отзеркалить надо было, ну я понял. Допустим. A book. A books. А у нас есть какой-то ключ от 217, да? А, 202. 318. Help, help. Бля, я вообще ничего не понимаю. Чемодан здесь какой-то есть с кодом. Лампочка какая-то. Какой-то секрет в читальном зале есть. Его мы пока не знаем. А, стой, через читальный зал можно пройти в 206-ю квартиру? Чё? Ну? А, ну, мой 206-й. Это не сломать никак, да? Очень жаль. Мы так в 205-й. Тут у нас секреты. Ратуйся. Сучка.
Сейчас, может, найду что. Почему везде все пусто? Куда ты уползло? Ну-ка иди сюда, тварь. Теперь можно его пилить. Здорово, зяблики. Здорово, Денис Васильевич. Опять закрыто. Упс. Зеркало, зеркало на стене. Кто всех прекраснее на земле? Что под сияющей кожей скрыто? Плоть со запор. Чего, блядь? Так, ладно. Оно только вот сюда идеально ложится, допустим. Ладно, отложим пока. Это вот так вот точно. Что? Почему? А почему снаряжение-то? Мне не нужно снаряжение. Мне нужно кусок стекла этот взять, она не берет его. Почему-то снаряжение тыкается. А потому что его нету. Нужно кусок стекла найти. Пиздец. А вот он. Ладно. Отбой, тревоги.
У меня подгрузы. Сейчас посмотрю по просадке. Не, просадки кадров не было. Что ты отметил? Погоди, я положил еще и хорошее яблоко. А что если бы я положил гнилое яблоко? Не понял нихера. Где 201 номер? Я чуть не понял. А, чуть дальше, вот, вот он. Статуэтка, блять, какая-то. Белоснежка. Яблоки Белоснежки. Я не понимаю. Я думаю, давай все-таки на следующий раз оставим эту локацию, потому что она чересчур большая. Едрить. Надо пойти сохраниться и ебашить берсерка смотреть, да? Потому что, ну, блядь, я тут потрачу больше, чем 3 часа. Больше, чем 2 часа, вернее. А тут еще и подвал. На первом этаже. Вот это я понял, но тут помимо статуэток ключей до жопы, яблоки какие-то. Мы так целый лабиринт прошли. И часть этой локации захватили. И на следующем стриме как раз пару часов уделим. Блять, уходите. Пару часов уделим Silent Hill. Да не боись, я запомню, все нормально. Я и так не понимаю, куда я ходил, где я был, что я делал. Вообще не понимаю. Ну просто я уже очевидно, что начинаю тупить жестко. Проседать, промахиваться. Лучше на свежую голову. 3 часа и так сегодня на Silent Hill. В принципе, это обычное... Обычное время на Silent Hill. 3 с копейкой. Ой, господи. Поползла нечисть. Да пошла эта нечисть нахер. Так, стоп. Выйти из игры. Yes. Так, короче... По Silent Hill сегодня стрим, значит, заканчиваем. Сейчас я ребутну его и продолжаем смотреть Берсерка. А то что-то я от Silent Hill уже подустал. Головоломки, блядь, иска. Моя тупой! Моя стрелять! А не ключи искать и решать головоломки. Так, если что, кто хочет остаться... Оставайтесь. Сейчас я стрим перезапущу. Не, он просто очень душный. Silent Hill, да. Очень душный. Так, one second.